ККЗ «Панорама» продолжает радовать верчан новыми интересными премьерами и приглашенными звездными коллективами. Уже в эту пятницу, 25 октября, впервые на сцене киноконцертного зала выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны России. Центральный военный оркестр – это ведущий творческий коллектив военно-оркестровой службы вооруженных сил России, один из самых известных военных оркестров мира. Коллектив со дня своего основания является визитной карточкой вооруженных сил нашей страны. Музыканты завоевали сердца слушателей на всех континентах планеты – от США, Франции, Великобритании на Западе до КНДР, Монголии, Китая на Востоке и, конечно, в России. Теперь тверичане смогут насладиться музыкой в их исполнении. И для нас это, безусловно, почетно. То есть мы продолжаем череду знаковых, значимых мероприятий, которые у нас были и в этом, и в прошлом году. Ну и напомню, что этот оркестр является визитной карточкой России. Репертуарная палитра коллектива необычайно широка. От произведений русской и зарубежной классики до музыки современных композиторов. Только за последние годы оркестром записано более 10 компакт-дисков русской, зарубежной и военной музыки. Коллектив никогда не выступает под фонограмму. Любой концерт – это только выступление вживую. Будет духовой состав с замечательным красивым названием и вальса, танго и фокстрот, где мы услышим самые яркие и красивые произведения этого жанра. Итак, 25 октября в 19:00 на сцене киноконцертного зала «Панорама» выступит Центральный военный оркестр. Не пропустите! Мероприятие без возрастных ограничений. Успейте купить билеты, пока они еще есть в наличии. Справки и заказ билетов по телефону 300-033 или на сайте panorama-tver.ru.